Привет! И это еще одна интересная локация из Стамбула. И называется она Виолент. Это огромный парк аттракционов площадью 600 тысяч квадратных метров. Этот парк развлечений состоит из трех тематических зон. Мира приключений, детского мира и мира старины. Самая топовая часть Виолента, по моему мнению, называется «Мир приключений». «Мир приключений» рассчитан на детей от 10 лет и взрослых. Здесь есть огромные американские горки, резкие падения с высоты. Детский мир рассчитан на детей дошкольного возраста. Аттракционы в детском мире очень простые, безопасные, нравятся малышам. Тут и волшебная машина, веселая ферма, карусели и различные забавные игры. Это сказочный город, где по улицам ходят плюшевые звери. В мире старины расположены различные кафе и сувенирные лавки. Также здесь можно принять участие в сражении за Константинополь. Follow my lead. I'm in love with the shape of you.